Ну чё, здорово, YouTube, здорово, Дзен, с вами Джон, он же Reset 16 января 2024, 312. Сегодня в этом ролике мы заценим, что же нам там принесли Тесс Эверис, что нам там принесет Закаталик последний на лук этот ресет. Ну и, может быть, там какие-нибудь новые лорные истории будут, потому что сюжетка у нас на прошлой неделе закончилась. Хоть узнаем, что там как его называют, Ворон делает на той стороне. В общем, все это мы делаем после вашего лайка, подписки на канал, прожатия колокольчика, прохождение по всем ссылочкам, за ролика для поддержки стримера. Также напоминаю, что у нас тут на Твиче, Ютубе, ВК-плее трансляции проходят практически каждый день. Со мной вместе можно поиграть, позадавать какие-нибудь вопросики, поучаствовать в повозиках. Ну и по воскресеньям мы проводим киноук, где выбираем фильм или сериал, который можно будет потом с нами на ВК-плей посмотреть. Также, кто захочет попасть в один из следующих роликов, можно сделать с помощью мультипликатора, если сумма в 10 раз увеличится на донате. Ну и спасибо большое всем тем, кто поддерживает меня на Бусти. Благодарю Кару Ниц за тень, Мистера Андерсона за тень, Ивана Прищепу за 3 месяца Железного Лорда, Легата за 3 месяца Железного Лорда, Олю за подарочные подписки, целую кучу, по-моему, там путников было. Свема за Железного Лорда за 3 месяца. Заратуса за Дреджена. Кокса за путника. И Оксида также за путника. Ну и Кариду за путника. Что ж, переходим в игру. Смотрим, что у нас там по ресету происходит на этой неделе. Так, начинаем с Тесс. Что же у нас тут на этой неделе? Во-первых, первобытные изобретатели. Жест. Ну, типа, Одиссея сюда... Корпоративное спонсорство, украшение на милое дело. Появление пирамида. Освещенная пустота. О-о-о-о. Блин, реально переливающий шейдер сюда. Смотрите, как переливается. Купить, купить, купить. Срочно, до этого реально за бабки только продавался. Некоторые текстуры поверхности требуются. Двигаются или меняются со временем. Брать, брать, всего 300 яркой пыли. Апосемантизм. Тоже шейдер. Волшебная лампа. Это уже за серебро у нас продается. Загадай желание. Да не это... Да не это, да, получается. Подожди, что там было в конце? Что-то пропустил. Ну что, пишем в чат, кто до этого покупал этот шейдер платно. Стальное небо, кораблик. Набор божественное разрушение. Бесплотный гонец. Украшение на лук, естественно, да, на хранитель желаний. А вы что думали? Вот последний катализатор приехал, срочно покупайте за серебро, да. Так, что у нас дальше идет? За яркую пыль. Саймон говорит. А теперь повторяй за мной. Время в обрез, жест. Блин, это нам надо. Это надо будет, если надо будет кого-нибудь поднимать. Оболочка кабриолет. Сверкающий кабриолет. Знамение Сатурна. Блин, глючный велик, нормально. Подожди, он в стилистике телеса. Чужак. Дозор Шира шейдер. Ну, украшение, пардон. Проекция исчезновения. И целая куча шейдеров. Городская акустика. Яркая медуза. Медная патина. И патина. Короче, северная паль. Почти как Александр паль. Так, тигр. Появление кружащийся лист. Фосфио новый импульс. Берем, ладно, этого у меня не было. Окей. Ну и смотрим, что у нас дальше по сезонным испытаниям. Так, ну что ж. Восьмая неделя, сезонные испытания. Что у нас на этой неделе? Лучшая половина, завершите предначертанную звездами на легенде. Выполните задание спирали, получите доступ к залу желаний. Прикольно, то есть надо 4 волны опять проходить. Окей. Получите любое украшение для сезонного ритуального оружия. Проходите испытание еженедельного плейлиста. Это горнило на лед или гамбит.
Завершайте матчи Горнилополя, естественно, сайтной игры. Устраните цели в гамбите, играя за подклад солнца. Совершайте добивающие попадания с кинетического оружия. Угу. Подожди. А, ну да, да. Так, сейчас посмотрим, что у нас тут на башне происходит. Так, ладно, посмотрим, что у нас тут на башне. Сперва, что у нас с сумящим налетом. Сумящий налет у нас сейчас... колыбель зла. Падает там плазменная винтовка. Такие вот у нас тут модификаторы. В принципе, видос у меня, по идее, должен быть с прохождением этого сумящего налета на Грандмастере на канале. Кто не видел, можно ознакомиться. Сейчас у завалы посмотрим. Это, по-моему, самый легкий сумящий налет в этом сезоне. Да, вот каверзный вопрос у нас тут продается. Блин, достану-ка я его, посмотрю, что у меня тут выходит. Да, хрень. Ладно, ладно. Так, что у нас у Банши продается? Луну Латас над гробием, если вдруг кому-то надо. Йота Дракона пропускаем. Такой себе ролл. Истинное предсказание, если вам 120-ки нравится, с полосой удач. Ой, что-то аж дурно стало с него, с этого ролла. Излишки и черный порох. Ну и на долгую память. Ракетница, короче, если она вам чисто нужна для того, чтобы ее скрафтить, можно, да. Ну и импульсная винтовка, ИСК-2. Интересно. Что у нас за пушки-фокусировки на этой неделе, это вот эти. Баудика... Лотброк, кстати, неплохой пистолет. Можно его попробовать заролить. У меня просто вот такой вот есть. Говорят, он даже получше, чем 300-ки будет. Но я и ПВП вообще не встречал. Типа, я-то весь Осирис на деле бегал с Арочем, который за Грандмастер. Ну да ладно. Что у нас там еще есть? Подождите-ка. Да, вот стаката. Кантата. Ну и куча других стволов. Окей. Так, кто солит контракты у Хоторн? На этой неделе у нас побежденные стражи в гамбите 10 штук. Победы в матче Горнила с тиммейтами 4 штуки. Рейд и сумасшедшие налеты. Идем дальше. Так, АД-1, что у тебя? Продолжай. Остекленевшая двойственность, шейдер. Новотихианский прорыв. Судьба мертвой орбиты. Так, кому интересно, дополнительная порция бесчестия у нас в гамбите. То есть там у нас идет дополнительное количество выпада. Можно на этой неделе сделать 2 обнуления в гамбите. Кстати, меня там кто-то спрашивал по поводу меча забагованного в игре за сезонные испытания. Такая тема есть, к сожалению. Сейчас мы зайдем, расскажу. Ждем инфы от Банжи в Твабе. Про рыцарское знаем. Потому что у нас, по идее, эта сезонную пушку должна быть возможность достать из коллекции, но ее нету. И плюс там у нас еще сломан триумф. То есть, когда вы выполняете триумф на 2 обнуления с гамбита, у вас выполняется 2 обнуления с авангарда. Но авангардовский я пока 2 обнуления не сделал, поэтому не знаю, выполнится ли там за гамбит, но так или иначе, это вся тема забагованная. Так что ждем инфы, ждем четверг. Скорее всего, они там хотя бы это адресуют. Просто меня кто-то на ютубе про это спрашивал, так что вот, будьте в курсе, что называется. Также у нас тут, ну, про солнечные налеты мы уже говорили. В налетах авангарда у нас уровень силы отключен, солнечная угроза, мощь нити, мощь молнии, тяжелая артиллерия и враги со всеми щитами. Так, сейчас посмотрим, что у нас там дальше. Так, что у нас в плейлистах? Ну, в гамбите, как уже и говорили ранее, увеличенный опыт. В ПВП у нас контроль, столкновение, состязательная игра, поединок, разгром столкновения, туда его стычка. Ну, а потом вместо поединка 3 на 3 у нас будет испытание Осириса в пятницу. На всякий случай, кто интересуется, когда у нас будет Железное Знамя? Железное Знамя будет через 2 недели. То есть у нас сейчас Осирис, на следующей неделе Осирис, это через... и после этих 2 недель будет Железка. Угу, запомнили, записали, окей, идем дальше. Дальше у нас легенды. Рота, испытание опасное равновесие. На мастер-версии у нас что? Броня с повышенной подвижностью, охотники, привет. Связанная снайпа, мощь солнца, мощь нити и так далее. Предвестие, кому там надо пушечки пофармить.
Что у нас на мастере? Связанная винтовка разведчика, нитки, солнце. И все в таком духе. Так, больше тут у нас плодится ничего. Вызов вечности. На легенде. У нас Крота падает. Точнее, выпадает. Ну, вы поняли. На Луне у нас... Дуальность подземелья. Кому надо пофармить оттуда пушечки и шмоточки на уровне сложности мастер. Связаряжная снайперская винтовка, солнце, нитки, связаряжное оружие, барьерки неудержимки, 17-20, пустота, солнце, так сказать. Так, на башне мы уже были. ЕМЗ, подземелье, руины полководца, что у нас тут на мастере. Солнце, нитки, перегруз, неудержимки и так далее. Так, сектор приз на барабане. У нас сегодня шлем, скрытые пустоты на Европе. На Нептуне у нас область вторжения вексов сегодня находится на площади Зефира и раздел Ладейка. Еженедельное задание у нас гибель. Вот такие вот тут у нас модификаторы. Так, что еще? В парке Ахимса перегрузка терминалом. А где у нас рейд? Подожди. А, рейд у нас последнее желание в городе Грёц. Тут у нас доступны все модификаторы. И кому нужны крафтовые пушки, в том числе ракетница, главный хищник. Ну, одна из самых главных, одна из топовых ракетниц, у которой сейчас до сих пор нету картинки в игре. То вперед фармить. Можно фармить тупо калия первого босса при помощи, не знаю, шестерых охотников с ГГшками, с ваншотными шлемами. В принципе, как вариант. Так, с Нептуном мы закончили. Сейчас надо проверить, есть ли у нас сюжет на шлеме. То есть у нас тут остался последний катализатор созвездия желания, да? Также у нас тут логово Ривен, солнце, нитки, сталь, солнечные угрозы и мужество. Спираль, пулемет, снайпа, эмпат и все в таком духе. Ну, предначертано звездами у нас на нормале нитки и молния, на мастере солнце, нитки, лук, заряженное оружие, пустота, шокер, электричество и пустота, неудержимые воители. Окей. И полетели проверять. Так, сюжетки на башне у нас нету. То есть у нас остался последний, четвертый катализатор на лук. Его мы сейчас пойдем делать уже в отдельном ролике. Хочу сказать по поводу звездной кошки. Если ее сегодня не появится в этой локации, да, то ждем опять же четверг, когда там Банжи ее адресует, потому что она у нас последняя, которая нужна для триумфа знакомой кошки, а, соответственно, для печати сезона. Так что, кто спрашивает, где эта кошка, ждите. Рано или поздно она будет в игре. Или, может быть, уже есть, не знаю, я пока не проверял. Ладно, YouTube, Zen, спасибо за просмотр. Лайк ставим, комментарий пишем на канал, подписываемся. Если хочешь, пожимаем, чтобы не пропускать уведомления о выходе новых видосов. Сейчас в отдельном ролике мы займемся катализатором. Twitch, YouTube, VK Play, мы продолжаем пока.